Известный певец Филипп Киркоров заявил о своем желании попробовать себя в юмористическом жанре. Это решение он принял после участия в шоу «Звезды», где ему пришлось соревноваться за главный приз с комиком Денисом Дороховым. Новость передает портал «Страсти». После успешного выступления на шоу «Звезды» продюсеры решили объединить Киркорова и Дорохова в одном проекте. Их дуэт появится в фильме под названием «Братья». Филипп Киркоров отметил, что для него это новый и увлекательный опыт, который позволит раскрыть свои таланты в новом направлении. Совместная работа с Денисом Дороховым обещает быть интересной и перспективной, и поклонники с нетерпением ждут выхода фильма. Фильм «Братья» станет важным шагом в карьере Филиппа Киркорова, открывая для него новые возможности в мире кино и юмора. А участие Дениса Дорохова добавит проекту профессионализма и комедийного мастерства.